Играй. Погнали. Ну все, шахматный камбэк. Ю, кто? Антон утверждает, что ми устали. Что бы это ни значило. Пойди ферзь f3. Кстати, вот это интересная идея, мне нравится. С ферзь a2, спрятать на a2. Так играл еще... Нет, это очень тупо. А вообще так играл Ульф Андерсон в 80-е годы. Большим успехом. Ты зевнул коня. Да. Теперь не зевнул. Теперь нет. Так. Ладно, нормально, да. Ты не чувствуешь координации. На c1 место для коня, а ты зевнул мат. Где? Слон e4 мат. Причем даже ферзя не могу, просто мат. Так, слон e3, ладно. Мат, опять успокоил, мат, висит мат. Я не могу спасти позицию, где у меня мат на доске, понимаешь? Так, ну здесь... Стоп, да мат! Ладно, коня подвели. Ничего страшного. Ничего, пока ты... Именно пока мата на доске нет. Все нормально, да. Смотри, оба поля контролируются. Ставь слон d3 и слон c2. И ладья d1 плотнее. Прессу их там. Ну, я думаю, можно приступать. Позиция неплохая. Как ходит из клетки. Как ты оцениваешь? Да. Начнем с того, что зевнул несколько матов. Нет, ну... Это, на 500 тысяч человек-то можно, ой, 500 тысяч просмотров можно погулять. Ну, ладья мне нравится, мне хорошо расположено. Надо, а, наверное, это хорошая. Сейчас, кстати, выйдет. Не перекручиваем. Хорошо. Фигурная оборона очень. Убрал, да? Не зашло. Ну, кстати, я недостаточно хорошо пока. Ну, как ты оцениваешь наш шанс? Не, он все-таки соперник не очень сильный, есть шанс. Ну, тебе просто надо отдать эту пешку. Согласен. А чего, по-моему, терял вообще? У него на лишнее все. Без одной сейчас будем. Так, там еще висит на g2. А, он не висит. Можно к b6 пристать. Да, только надо мат на зевок. Ладья d1, слон f6, мат. Так, это что? Зевок. Ну вот, не очень. Теперь у нас выиграно. Так, сюда. Ну да. Здесь уже, наверное, безнадежно. Пешка Б просто прошла. Уху-ху. Так, пешка прошла. Кстати, здесь может получиться мат слоном конем. Будем матовать? Не, ну... Подводить под это? Ну, я не против. Ну, я могу подвести, в принципе. Мне кажется, это нетрудно. Ну, теперь уже... Уже сдаться надо. Скорее всего, ну, не дается этот шанс. Ладно, коня отдам, но потом превращу коня. Так, надо сменять пешки, да? Сменять, да. Я, кстати, могу не успеть за 40 секунд, добавления-то нет. Так, и что, вот теперь нужно этого в коня превратить, да? Да, но я... А как это сделать? Теперь никак, если он блокирует мертвый. Ну, идти забирать эту пешку, просто потом... А та пройдет? Потом или угол тот или нет? Какой угол, конь? Какой угол? Ты о чем? Как коня теперь? Как поставить? Ну, ту пешку в коня превратить. Нет, какой угол? Нет, ее еще превратить надо. Что, с этим проблема будет? Надо стеснять надо. Все, конь. Без, бонус. Я не успею за 20. Он думал, он под. Вот он еще в один ход бы он потерпел бы, да? Да, не дотерпел.